матери в воспитании, роль матери в воспитании подрастающего поколения и формировании нации обсудили сегодня члены Института дружбы. Этой теме был посвящен областной форум, организованный в преддверии Международного женского дня. В праздничной встрече приняли участие представители этнокультурных объединений и различных структур Ассамблеи народа Казахстана области ЖТСУ. На почетном месте члены Совета матерей. Сегодня данная областная организация является примером для советов матерей других регионов страны. Советом матерей области ЖТСУ реализуется более 10 проектов, нацеленных на воспитание детей, сохранение семей и семейных ценностей, повышение роли матери и отца. При этом подразделения областной организации действуют во всех районах и городах региона, позволяя таким образом охватить как можно большее число жителей. В этом году почетные имамы края ЖТСУ заключили меморандум с управлением образованием. Ведь главная задача Совета матерей – воспитать достойное подрастающее поколение, научить детей уважать друг друга и ценить своих родителей. Самое главное, чтобы наше подрастающее поколение ценили взрослых, уважали себя и выросли действительно настоящим патриотом своей Родины. Вот это главная задача Совета матерей. Я вот желаю всем мамам, чтобы дети были живы и здоровы, чтобы мамы были у нас счастливы. Говорят, если женщина счастлива, то весь мир счастлив. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия. И женского, материнского счастья всем женщинам.